А в городе Вилюйске состоялся конкурс среди юных корреспондентов. Смотр прошел по направлениям «Школьная газета», «Телепроект» и «Радиопроект». Жюри в составе представителей районных СМИ рассмотрели более 20 работ. По итогам конкурса лучшие юные корреспонденты будут задействованы в работе СМИ во время проведения республиканского эссе «Лонхо» в Вилюйском улусе. Я принимаю участие в этом медиафоруме по направлению телевидения. Мой проект называется «Улицы города Вилюйска». Суть моего проекта в том, чтобы выпустить серию дисков истории улиц нашего города и также подготовить сувенир к предстоящему эссе «Лонхо». Вообще проведение подобных мероприятий очень повышает интерес у детей. Вместо того, чтобы сидеть дома, играть в игры, они принимают участие в данных конкурсах и познают для себя что-то новое, пополняют свой багаж знаний.